Так, друзья, всем привет! Меня зовут Дина, солнышко светит, не знаю, как показаться. Ну вот, наверное, как-то так. Сейчас я вам покажу растения, которые я получала в этом году. Ну, точнее, не все растения, хвои, которые я получала в этом году, как они немножко подросли, потому что получала я еще орхидейки и что там еще. Пойдемте смотреть. Какую я работу большую проделала. Во-первых, я нашла, когда я просмотрела видео, посмотрела, когда какую посылку я получала. Ну, уже не буду я вам показывать фотографии до и после, верьте на слово. И вот это вот я купила в этом году. И это только хвои. А еще же у меня экзоты, а еще же орхидеи. Я надеюсь, что все. Хотя еще нет, еще три хвойки еще я жду с азиатских закупок. Вот представляете, когда я успела. Давайте начнем, наверное, вот с этой кучки. Это все от одного продавца. Это от местной женщины наша. У нас в области живет коллекционер хвои. Она не только хвои коллекционирует, всякое разное. У нее очень много адениумов. Там, короче, красоты неимоверной. Я не буду вставлять, какие фотографии, какие они были до. Я просто буду показывать, что у меня приросло. Так. Вот здесь написано, что я это все получила 17 мая. Но не все я получила 17 мая. 17 мая я получила бахой. Вот этот вот. Но это не ее. Она заказывала себе. И предложила мне, потому что я у нее спрашивала. Она мне предложила, говорит, давай вместе закажем. Я говорю, давайте. Я что, коза? Красивый лист. Вот этот листик один у меня был. И вот этот вот уже. Красивущий домашний лист мой. Бахой от 17 мая. Еще 17 мая я также у нее срезом получила вот эту вот хоечку. Так, я, наверное, их буду сразу отставлять, то это будет слишком много. Вот, называется вот так, Пурпурия фуска. И был только вот этот вот листик и усик. Вот, два листика мне она выдала. Она красиво цветущая хойка. Так, куда бы мне их отставлять? Давайте пока сюда. Те, которые мы посмотрели. Так, и собак. Собак. Саравак. Саравак Йеллоу. Ой, простите. Штатив. Один сломался, другой внизу. Вот. Матильда написано, это сорвак его, вот он. 29-го я укоренила, потому что он у меня в водичке укоренялся. Был вот этот вот нижний листик один. Вот этот. И вот у меня уже два листика. Вот таких красивых сорвак его. Это все то, что я получала 17 мая. Хочу сделать видео быстрее, но не получится. Извините, придется потерпеть. Еще у этой женщины, ну, это все в этом году, но не могу сказать по датам, когда. Я брала арчибалдиану срез. У нее был два узла, она мне дала, я их разделила. И просто вторую, я просто сейчас, когда уже выставила все, вспомнила, что второй кустик у меня на первом этаже, и он такой длиннющий ус пустил, что там замотался, все, я уже не стала за ним бежать, думаю, ладно. Вот, арчибалдиана с таким красивым листом. Обалденным, да? Дальше. У этой же женщины я покупала вот эту хойку. Какая-то она сейчас не бывала дорогая. Вот. GPS 7020. Тоже покупала. И у меня она выдала вот этот вот молодой листик. Тут был, короче, два вот этих вот срезанных листика. И веточка. По-моему, вот этот вот лист был. И она у меня уже вот это все нарастила. Вот 4-5 листов. Видите, вон точку роста пускает еще боковушку. Также я тогда у нее взяла эритрину. Тоже срез, по-моему, был. Срез. И ну, вот видно, да, сколько молоденьких. Один листик у меня был срезан, вот эта половиночка. Вот эти все наросли. Красивые такие жилки. Я очень люблю жилистые хойки. Очень-очень. Па-бам! Непредвиденные обстоятельства. Как-то так.
наговорила. Вот, как-то так остановилась, расстроилась. Ну, дальше идем, дальше. Не останавливаемся. Вот, говорила я о том, что вместе с ними я покупала вот эту Хешхелиану Илоу, но буду продавать ее, сейчас фотографирую, выставлю, потому что уж что-то у меня многовато. Много, ну, одинаковых, похожих. У меня есть Сапфир Илоу, я думаю, что Хешхелиану. Хешхелиану у меня две вида, два вида буду продавать. Так, и сейчас еще эту уроню. Вот такая красотуля с ней же была. Это Сиарай. Вот укоренилась она у меня, короче, в феврале 23-го года. Вот я брала, значит, в феврале где-то их брала. Вот, значит, был узелочек, да? Один узел, два листика было. И вот эту вот веточку она у меня с февраля накрутила, нарастила. Получается, раз, два, три, четыре, пять. Ну, пятый невызревший узел. Вот такая буду уже сейчас сюда выкладывать, а то. Она красиво, кстати, цветет, вот эта сиарай. Ну и в подарок мне дали Денизи тогда. Денизи, обычная. Нефрида. И дали мне ее вот, видно даже, да, где, ну, узелочек был. Вот засушенный пенечек. Был один узелок. И тоже мне вот она с февраля раз, два, три, четыре, пять узелочков нарастила. Быстро растет, неплохая мелкашечка. И цветет они красиво, цветут. Так, это было все февраль, март, апрель, май. Вот апрель. 1 апреля купила тоже у местной женщины вот такую вот красотульку. Ротундифлора, да? Ротундифлора. А, купила небольшую, и вот она у меня раз ростик, вот эту вот плеть она у меня наращивает, видите, говорят, что она капризная, ну ничего, я бы не сказала, что капризная, мне кажется, нормально, красивенькие такие необычные опушенные листики. Вот это то, что мы покупали у местных женщин. Дальше пошли посылки. Давайте по датам. Так, вот в мае. Майская посылка. 10 мая я получала. Да, это была из серии. У меня есть на канале распаковка. Называется «Восторг разочарования». Вот эти вот. Почему 5? Нашла, кто затесался не из той посылки. 4 хойки я получала в 10 мая. Получала я Гвинейский призрак. Как он там правильно называется? Николсон, Новый Гвинейский призрак. Смотрите, сколько корней. Я, кстати, их все пересадила практически сразу в эти же стопочки, просто в свой грунт. Смотрите, какая обратная сторона красивая. Обалдеть, да? Загорела так на солнышке. Супер. Вон у меня ростик идет. У меня она была, но что-то плохо с ней. У меня она плохо росла, поэтому у меня теперь их несколько. Вот это была Кинжана варигатная, да? Кинжана варигатная. Был, я даже говорила, что ростик даже не отсох. Нет, он в процессе все равно потом отсох, но выпустил сразу же новые листочки. В общем-то, хорошо тоже. Стоят у меня под лампами, загорели, да? Но вот это стояло сначала под естественным светом. Она там загорела, уже под лампами дошла до своей кондиции. Хуже немножечко с Денизи Фрида. У нее было два листочка. У нее было два листика. Корешки здесь есть, корешки хорошие. И один отсох, желтый был и отсох. Но я прям переживала, думала, сейчас еще если этот отвалится, то все, можно покупать новую. Но, как правило, вот те хойки, которые вот так вот долго не выпускают ростик, они потом от земли идут, от корня. Росточки пускают, так что я не теряю надежды, что она у меня все-таки вырастет. И вот эта хойка, это Silver Dollar. Был просто узелочек, вот он, вот этот вот листик был, и вот этот. И, да, кажется, он. Да, и вот три
Два уже покрупнее, один малопусечку она мне нарастила. Она тоже очень красивая, очень красиво загорает. Сейчас, кстати, они более-менее доступны. И Фриза, и Фрида, и вот этот вот. И вместе с ними я получала посылку с импорт-флоры, посылку разочарования, с которых тоже было три хойки. Тогда две не выжила. И вот Луис Буэс, Белла Луис Буэс выжила. Выжила и пошла в рост. Я ей мазала боковушки цитотиновой пастой, правильно я говорю? И она мне выпустила боковые почки. Не знаю, от пасты или нет, но она красиво такая загорающая. Ну, молоденькие листики такие розовенькие, красивенькие. Сейчас уже солнышко пропадает, конечно, уже вид не тот. Оно то уходит, то приходит. Вот солнышко пришло, красивые листики. За остальные две хойки мне вернули деньги, и мне проще было заказать новые растения, чем выводить их. Там надо было заявление писать, еще всякая ерунда. Тогда я заказала тоже в этой импортфлоре, больше я с ней не связываюсь. Хоя инкрассатор Муншадов. Вот. Вот этот вот росточек она мне дала. Я просто не вспомню, какого числа я ее получила. Но тоже что-то очень долго ждала. И вот эту вот плеть она мне сверху нарастила. Два листика. Вот, красивые. Солнышко светит. Конечно, при солнце снимать вообще офигенно. Правда, ничего не видно. Вот такая инкрассата Муншадоу. И вместе с ней я заказывала, ну, за те деньги, которые мне вернули, хою. Она может быть не самая красивая. Рути. Рути, да, рути, как она правильно читается. Видите, я недавно пересадила, она столько уже корней напустила. Она красиво цветет, очень красиво цветет. Лист самый обычный. За это время она мне выпустила вот прям боковой побег. Не такой молоденький прирост. Она пушистенькая. Нет, вру, она не пушистенькая. Это издалека кажется, что она пушистенькая так. Ну, в общем, просто обычная зеленая хойка, но красиво цветущая. И такая, походу, огромная. Походу, огромная будет. Так, май, июнь, да? Нет, показала. Вот еще 23 апреля еще получала посылку от Галины. У нее есть канал. Если не ошибаюсь, «Цветочное настроение» называется. Тоже давнейшая моя хотелка, давнейшая моя мечталка, из-за чего я ее и заказывала. Это Латте Скандрер. Клон А. Вот, 5 мая посадила ее. Видите? 23 апреля я получила посылку, 5 мая посадила. Был один листик. И вот такой она мне пустила. Вот, усик. Надеюсь, что после моих манипуляций она их не засушит. Также я был срезик Акута EPS 997 из двумя междоугольными по одному листику. Я их разделила, и вот они у меня оба укоренились. Раз. И второй. Грязюки навела здесь. И второй примерно такого же размера. Вот он. Вот такой красавчик. Также я, по-моему, все срезы заказывала. Вот этот мне хую дали в подарок. Сказали, что это вообще офигенно. Калистрофила собак ИМЛ 1726. Тоже так долго он мне тургор приходил. Листик не набирал тургор, но потом пошел. И вот, видите, у меня здесь ростик идет. Даже листик еще вот. Ну, он уже набрался тургора, но такой вот мятенький. Хотя он плотненький, он уже нормальный. Вот эти мятины уже не выпрямятся. Будем ждать новых. И Светлана. Тоже был срез Светланы. Срез Светланы. Вот с одним таким красивым листом. Она, я так начитана о ней, медленно растущая. И вот она мне выпустила новый листик. И вот точка роста. Камушек в противовес, чтобы она не падала. Уж больно тяжелая и красивая хойка. Так, это показала. Значит, на этой кучке останавливаюсь. То, что я привезла с Москвы. Укорененная была Стиана или Кустиана, как правильно, не знаю. Вот там корней полно. Выпустила у меня вот ростик. По-моему, листики отвалились какие-то.
Дальше у меня были все срезы остальные. Краситиолата, потому что свою я загубила. Она мне подцепила какую-то бактериалку и умерла. Вот два листика было срез, и видите, вот макушечка у меня отрастает. Еще один новогвинейский призрак. Это мне дали в подарок. Ну, мне там предложили несколько. Я сказала, давайте призрак, судя по тому, что у меня с ним сложно было, поэтому лишних не бывает. Тоже пошел в рост. Вот здесь вот точки роста видно. Это сейчас то, что грязное, это то, что у меня здесь патовое. И самое интересное, это я просто недавно высадила, это Калимантан бунтук. Но он сейчас называется не бунтук, а бунтакенсис или бунтакенсис, как-то так вот. Очень красиво цветет, она и загорает, и цветет. Недавно только у меня укоренилась, долго не давала корни. И вот я ее сейчас высадила, пока не сдержу в тепличке. Там же в тепличке держу вот этот микрогном. Сейчас скажу, как называется. Вот микродвар. Пока прочитаешь, извините за мой французский. Разделила я этот череночек, он у меня был срезом. Я его разделила на два и два укоренила. Вот они у меня растут. Очень долго укоренялся, что бунток, что вот эти. Вот. Дальше. 29 мая я получила черенок срез клементиуру. Разделила его на два. И вот они у меня укоренились. Пока я вот этот вот верхушечный, вот этот вот, он был. Ничего он не развивается. Ну, корни как бы есть, тургор есть, потому что черенок был потерян тургор. Вот. Сейчас вроде как бы все наладилось, но роста пока нет. Вот. Ну, такой, я так поняла, что не быстрый. Ну, и последнее, которое посылку я получала в этом году, это недавно, да, 28 июня я получила вот эту. Там было еще два срезика, и срезики я не буду показывать, потому что они не укоренились. Вот так называется хвоя. Если честно, я перевела. Какое красивое солнышко. Сейчас будут красивые виды. Если честно, вот он у меня был. Один листик пошел в рост. Если честно, я его перевела. Перевела как сеянец. В гугле забила сеянец. Селекция. Вот это вот. Вот это вот. Я не знаю, может быть, это какой-то гибрид синец. Знать бы, кто с кем, было бы интереснее. Ну вот, что есть, то есть. Потому что вот это название забиваешь, выходит очень много разных и вообще не похожих друг на дружку хой. Поэтому, видимо, у меня какой-то гибрид. И там же я получала субкальву. Субкальву получала, потому что, ну, заказывала, потому что она красиво цветет, только из-за цветения. Вот корешки здесь все в порядке. И с ними был Корнери и РП-003. Ой, не видно вам. Они у меня еще укореняются. Там есть корешки, но как-то слабенькие. В общем, видосик будет длинный. Уж извините. Так, ну а я сейчас, пока мне светило солнышко, зафотографировала свои стилансии. Хочу с вами попрощаться. Спасибо, что досмотрели это видео. Если вам нравится, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, переходите в Яндекс.Бокс, в Инфобокс на Яндекс.Дзен, группу ВКонтакте, в Телеграм. Там я с вами общаюсь, выставляю излишки. В общем, всем пока. Там пылесос стоит. Ну, извините, все по-жизненному, все как есть. Все пока.